Приемник Деген DE1129. Нажимаю кнопку включения. В динамике что-то хрустит и не включается. При подключении к компьютеру, чтобы прошить, компьютер его никак не видит. В общем, он превратился в кирпич. Сюда вставляется флешка. Попробую его раскирпичить. Отпаиваем все лишнее. Антенну. Провода питания. Снимаем корпус динамика. Нужно добраться до микросхемы памяти и при подключении к компьютеру, чтобы компьютер его как-то определил, нужно замку 29-30 контакты. Теперь снимаем экран защитный. Припаян он 1, 2, 3, 4, 5 в 5 точках. Чтобы компьютер его определил как устройство, нужно замкнуть 29 и 30 контакт вот этой вот памяти скальпелем. Замыкаем вот с краю 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот эти контакты нужно замкнуть скальпелем и подключить к компьютеру. И тогда он должен определиться как устройство. И уже после этого программой прошить приемник. Перемыкаю контакты 29 и 30. И включаем USB. Вот теперь он определился. Теперь выбираем прошивку. И прошиваем. Приемник собрал. Все, включаем. Работает.